This conference will now be recorded. Итак, у нас сегодня с вами занятие, как создавать звездный отдел продаж. И поскольку не со всеми я знакома, спасибо большое те, кто у нас уже был и знает, кто мы и что мы. Итак, меня зовут Шульга Елена Александровна, я ведущий преподаватель Центра «Специалист». Большие три направления, которые я веду, во многих из них я являюсь автором. Это курсы по менеджменту, начиная от руководителя структурного подразделения, заканчивая стратегическим менеджментом. Все, что касается soft skills, так называемых мягких навыков. Ну и большое направление – это андрагогика, обучение взрослых людей. В общем-то, вся информация обо мне написана. Я, наверное, только скажу о том, что эта тема, все, что касается управления продажами, она для меня совсем не теоретическая. Я, в общем-то, осталась в продажах, потому что у меня два бизнеса, и, соответственно, есть продажники, которые точно так же я в оперативном управлении. Поэтому с точки зрения именно управления продажниками, наверное, это мой самый большой опыт за всю жизнь. Это уже больше 25 лет, потому что, начиная с 18 лет, я владею бизнесом. И, как следствие, в моей практике были большие транснациональные компании, в которых я тоже работала, и там я тоже управляла, развивала именно большие дистрибуции. То есть такая специализация на огромном количестве людей. Ну, наверное, недавно мне сказали, что это уникальный навык. Я даже как-то к этому никак не относилась, пока не сказали. Знаете, как думаешь, что ты знаешь, и остальные все знают. Львиную долю времени я нанимаю продажников без оклада. То есть я это умею делать, я знаю, как выстроить эти системы, совсем без оклада, только система комиссии, ну то есть процент и KPI за качество, но без оклада. И ну, мне казалось, что это все знают, оказалось, что не все. Поэтому, в общем-то, есть какие-то, может быть, уникальные даже знания и навыки, которые будут полезны и вам в том числе. Поэтому сегодня та тема, которую мы обозначили, мы обязательно пройдем, дам вам, ну, такой, можно сказать, алгоритм даже, да, вот шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы отдел продаж реально был звездным. Звездным не в смысле зазвездившимся, а вот именно те люди, которые хороши в этой профессии, они понимают, что они делают, для чего они это делают, ну и, как следствие, мы получаем тот бизнес-результат, который стоит перед отделом продаж. Напомню о том, что учебный центр «Специалист» уже 29 лет. На самом деле уже хочется немножко исправить, потому что буквально в ноябре нам исполнится 30 лет, юбилей. И мы уже более миллиона человек выпустили. Большое количество у нас корпоративных клиентов, больше 35 тысяч. И самое важное, самое ценное, что в центре «Специалист» все преподаватели – это преподаватели-эксперты практики. Да, поэтому вы можете выбрать любой курс, любого преподавателя, который вам приглянется, может быть, даже чисто внешне, кому как. Поэтому все гарантии у нас прописаны в договоре. То есть мы, с учетом того, что у нас есть лицензия об образовании, соответственно, согласно лицензии мы обязаны и очень серьезно относимся к качеству нашего обучения, поэтому welcome. Итак, что у нас на повестке дня? Как выстроить процесс рекрутинга и развития персонала именно в отделе продаж? И где их искать? Какие есть, может быть, нюансы у хороших продажников? Причем я сейчас говорю, знаете, не про продажников, которые оформители бумаг. Вот я, даже у меня язык не поворачивается называть менеджером по продажам человека, который работает только на входящих, то есть уже есть потребность у людей, знаете, как вот в Озоне, например, ты выбрал что-то, то есть ты уже купил, отметил это в корзинке, у тебя там вдруг какая-то проблема, и ты беседуешь с человеком, который называется менеджер по продажам. Но на самом деле там даже продавать-то нечего, человек уже со вскрытой потребностью, возможно, там какие-то нюансы. Но вот я бы больше говорила о продажниках, может быть, даже полного цикла, то есть те, кто, может быть, даже на лидогенерации, может быть, это даже те люди, которые действительно
получают, то есть они не ищут по холодному клиентов, получают хотя бы хоть чуть-чуть более теплых клиентов, а дальше уже там с ними созваниваются, встречаются, продают и так далее. Но вот полного цикла, да, у нас даже есть курс для продажников, он называется «Менеджер по продажам полного цикла», как раз базируемся на том, чтобы вы взяли человека, и особенно если компания молодая, начинающая, она не имеет возможности еще набрать большой отдел продаж, и очень часто там два, ну максимум три человека, и нет такого, что у тебя отдел телемаркетинга, тот, кто ищет и звонит, первые звоночки делает, потом человек, который ходит на встречи, например, делает коммерческие предложения, очень часто в небольшом компаниях это все в одном. Да уж на самом деле даже вот крупные компании там в своем сегменте, ну возьму там страхование жизни, это, ну там страхование это все большая дистрибуция, по сути все компании состоят из постоянных большого количества, да, продажников, а у них тоже продажники полного цикла, ну, то есть в общем-то это блок такой, который понадобится практически всем. Так, я не слышу звука. Коллеги, слышите звук? Все остальные? Коллеги? Да, звук слышно, все хорошо. Да, ну, возможно, что-то у вас со звуком. Итак, пойдем прямо в тему. Подробнее, если кому-то нужно будет глубоко, да, то есть вы хотите все-таки получить такой фундаментальный, наверное, фундаментальные знания по управлению продажами, то есть курс управления продажами целых два уровня. Старт будет 31-го, ну вот в понедельник уже, да, с 18:30 до 21:30 вечером в формате открытого обучения. Но это чуть позже, кому нужно, все это дело расскажу. Пожалуйста, зафиксируйте сейчас этот слайд. Если вдруг кто-то у вас, из вас сейчас в поиске работы, и вы руководитель отдела продаж, либо вы продажник, пожалуйста, сейчас прям вот скриншот сделайте по этому промокоду, и вы можете меня найти во всех соцсетях, Елена Шульга, и в Фейсбуке я есть, и в Инстаграме, и ВКонтакте, и присылайте свое резюме, это прям мой личный интерес, потому что, поскольку мы работаем с большим количеством компаний, вот кого-кого, а продажников и руководителей отделов продаж, я обычно, знаете, как горячие пирожки среди разных компаний отдаю. Поэтому если вдруг кто-то из вас в поиске работы, то есть помимо того, что можете получить консультацию, прям вот лично это такой мой кейс. У меня нет никакого кадрового агентства, но у меня огромное количество знакомых, которые знают, что я учу продажников и управленцев по продажам. И каждый раз у меня, вот каждый день мне приходит какой-нибудь запрос: «Лена, пожалуйста, помоги, мне нам там срочно нужен тот-то, тот-то». Поэтому можете меня поиспользовать в этом плане, да, вдруг я вам помогу найти нужного работодателя. И наоборот, кстати. Итак, как же выстроить этот процесс рекрутинга? Не просто так я начинаю с рекрутинга, но потому что сначала они откуда-то возьмутся у вас, эти продажники, а потом еще как их развивать, так, чтобы это был как раз тот звездный отдел продаж. Смотрите, первое правило, я даже вот такую гифку нашла, вечного двигателя. Потому что первое правило любого управленца и то, что я постоянно в консалтинге вижу, каждый раз, когда меня просят оценить отдел продаж, найти там мертвые поля, мертвые зоны, что не получается. Самая первая мертвая зона – то, что руководитель отдела продаж, либо коммерческий директор, то есть ну, в разных компаниях по-разному эти люди называются, они прекращают рекрутинг. А первое правило звучит так: рекрутинг продавцов – это вечный двигатель. Слушайте, никогда не выстроишь звездного отдела продаж, если ты будешь думать, что это вот ровно те люди, которые сейчас у тебя работают. Ну вот есть у вас их там какое-то количество, может быть даже несколько отделов, может даже департаментов, без разницы. Как только навык заканчивается у руководителя, а это навык, он быстро, конечно, можно восстановить, если до этого был хороший навык, но знаете, как вот прекращается вот эта чуйка. Я ее называю чуйкой, потому что сколько бы я сама не писала регламентов по рекрутингу продажников, вы знаете, это приходит с опытом, правда, насмотренность. Вот есть такое понятие насмотренность. Вот когда ты насмотришься на людей, на одного, на второго, на третьего, ты начинаешь их нутром чувствовать. Вот кто реально продавец, а кто нет. И это прям совсем не как из фильма
про таких агрессивных продажников Волкс Уолл-стрит. Нет, это вообще не про это. Это может быть и интроверты-продажники, это могут быть очень высокоинтеллигентные люди, потому что я не знаю, что вы продаете, да, и это может быть действительно высокотехнические какие-то сложные продукты или услуги, и там будут люди такого научного склада ума и внешне они вообще не похожи никак вот на классических продажников-экстравертов, кто шутит, юморит и так далее. Это, вот надо понимать, что вы именно продаете. Поэтому как только вы бросаете рекрутировать, у вас потом включается страх. Я каждый раз вижу, когда приходит, вот, к сожалению моему, вот даже через меня в среднем 2500 человек проходит за год, кого я обучаю, кого лично я вижу. И вот на курсе для продажников иногда меня удивляет, то есть какие-то компании платят за курсы, чтобы обучить своих продавцов. Они приходят на курс, я всегда начинаю с теста, а что они уже умеют, спрашиваю. Мне человек говорит, я работаю уже 6 лет. Ну, как бы это приличный уже опыт. И он двух слов связать не может. Просто он сразу начинает презентовать, он не знает, что есть этапы, что вообще-то сначала вскрытие потребностей, что есть разные варианты вскрытия потребностей. И вот сколько, знаете, это правда большое количество, наверное, процентов 80 таких людей приходит, и я сижу, мне иногда хочется плакать. То есть спрашиваю, а как вам платят? Оклад, у нас хороший оклад, 80 тысяч оклад, плюс еще проценты, плюс бенефиты и так далее. И в среднем там человек зарабатывает там по Москве 120 тысяч, а он не продавец. Вот просто за счет имени компании, за счет лидогенерации, то есть, возможно, маркетинг хорошо простроен, но это не продавец. То есть, на самом деле, он сливает вам клиентов, он сливает ваши бюджеты. И, ну, не спрашивают меня, я ж не буду тоже там всем докладывать, если меня не спрашивают. Но иногда хочется прям позвонить, там, написать руководителю этого человека, написать, увольте его. И я понимаю, почему не увольняют. Потому что каждый раз ты сидишь и думаешь, Господи, а где же я еще возьму? Этот хоть худо-бедно, да, он плохенький, он там вот не такой, как нам хочется. Ну вот, а где мы другого-то возьмем? Рынок, в отличие там от всех остальных, продажников ищут постоянно. То есть вот, ну, нет такого насыщения на рынке продажников. Никто не мечтает с детства работать в продажах. Поэтому как только вы перестаете рекрутировать, у вас включается страх. Страх, что вы не найдете, страх, что это дороже будет стоить. А сейчас вроде как, ну, дырку заткнули, да, простите за грубость, но и вот вроде этот человек там у вас работает, что-то он там делает. Поэтому сюда же к этому правилу касаемо рекрутинга. Это важно, самое важное, не опыт его. Пожалуйста, не обольщайтесь. А это, кстати, болезнь не самих даже ропов, да, роп это руководитель отдела продаж, а HR-ов, которые рекрутируют. Без обид, если кто-то из вас HR, прям без обид. Но я вижу это повсеместно. Смотрят в резюме. А куда же еще смотреть, да, как мы отбираем сначала? Смотрим в резюме. И смотрим, если там опыт есть в продажах, а если это еще и крупная компания, вот, значит, вы его и возьмем. Ну, во-первых, в крупных компаниях легко затеряться. И если там большая дистрибуция, то еще проще затеряться. И как раз из крупных компаний можно взять человека, который вообще к продажам, вот как будто бы он новобранец какой-то, да, он вообще не понимает, как он работал там 6 лет в продажах, он вообще ничего не знает. Поэтому не обольщайтесь из крупных компаний взять людей, которые там с колоссальным каким-то навыком. Кстати, из малых компаний, из неизвестных компаний, может быть, даже больше толку, потому что там нет денег на хороший маркетинг, на какое-то продвижение, и нет большого количества. То есть, знаете, когда всего два продажника, и они делают планы, эта компания существует и развивается, то вот эти продажники, возможно, будут даже более ценными. И еще важно, что нам не на опыт надо смотреть, нам надо смотреть на мотив. Я рекомендую использовать теорию Герчикова. Она есть в открытых источниках, но кто придет учиться, мы там это более подробно будем разбирать. Но вот по этой теории я прям прежде чем назначать собеседование, я отправляю этот тест кандидату, естественно, без
расшифровки, ну, чтобы он не понимал, да, кто он и что он, чтобы желаемое за действительное не выдавал. И только после этого я уже решаю, буду я проводить собеседование или нет. То есть, например, для рядового продажника мне очень важно, чтобы это был тип больше инструментальный, так называемый. У них мотив деньги, с ними проще договориться. То есть у продажника должен быть мотив деньги. При этом, чтобы он не в чистом виде, а чтобы еще было понятие профессионализм. То есть он и профессиональный, и инструментальный тип. То есть вот тогда это будет самый лучший вариант, кого вы можете выстроить в определенную структуру, да, в свою структуру, потому что он будет готов учиться. А если он будет больше, например, ориентироваться на патриотизм, знаете, не самая лучшая версия. Да, это будет такой лояльный, любить вашу компанию, но результат обычно они не сильно большие. Ну, приносят, конечно, лишь бы их не выгнали, но результата обычно нет. Ориентируемся на мотив и на личностные характеристики. И я могу сказать свое наблюдение как раз из опыта, когда нужно было рекрутировать просто огромное количество людей, только в массовом рекрутинге продажников, причем высокоинтеллектуального продукта. То есть туда надо было брать на уровень, знаете, я на продажников брала уровня коммерческого директора. То есть вот он должен быть по уровню коммерческим директором, но у нас он будет работать продажником. И мне важны были именно личностные характеристики. Какой он? Вы должны понимать, что отдел продаж – это вовсе не команда. Вот для меня это прям утопия. Команда из отдела продаж. Да у них у каждого свой план, у каждого свой холодильник, и они должны каждый делать свои планы. Это не проектный какой-то офис, не проектная деятельность, и у продажников не такая история. Есть исключения. Там, где действительно продажа – это проект, это что-то сложное, индивидуальное, когда у продажника есть еще какой-то технический специалист, с которым он вместе даже на переговоры ходит. Это, наверное, единственное исключение. Все остальное, если есть готовый продукт, и там нет никаких каких-то еще сложных консультаций, то продажник, он такой волк-одиночка больше. И поэтому я вот вывела такую формулу, то есть я прям, как я ее вывела методом эксперимента, прям я взяла лучших, то есть те люди, которые в компании на тот момент проработали больше 10 лет, то есть они на одном месте 10 лет на уровне активных продажников, успешных самых топ-10. Я провела интервью и просто спрашивала вопросы, мне нужно было вывести какую-то общую канву, что же у них такого общего, чтобы понять потом, кого рекрутировать, да, то есть надо узнать, что такого успешного дает этим людям и, соответственно, знать, кого брать на рынке. И вот никогда, наверное, не догадаетесь, что вышло общее из их прошлой жизни, почему они такие. А общее вышло то, что они все были профессиональные спортсмены в юности. Причем спортсмены не из командного вида спорта, а из индивидуального. Там и легкая атлетика была, и гребля была, байдарки были, плавание было. Вот везде это был спорт, связанный с достижениями, со своим личным надрывом, с постоянным стрессом, именно профессиональный или полупрофессиональный, вот этот формат. И они не было у них такого, чтобы они рывками продавали. То есть они регулярно, они привыкли тренироваться регулярно, даже чтобы выступить, там, например, чтобы одно выступление раз в квартал, до этого нужно каждый день было пахать. И это вот реальные пахари. Поэтому возьмите себе на заметку и спрашивайте про отношение к спорту. Это не про то, что сейчас он в фитнес-клуб ходит, это не про фитнес. Это прям про такой профессиональный спорт. Первое правило. Что дальше? Второе правило. Лучше иметь и потерять, чем никогда не иметь. Это знаете про что? Это про то, что если мы не будем обучать, то и некоторые боятся, говорят, если мы сейчас будем тратить деньги на продажников, будем их обучать, они обучатся у нас, мы их потеряем, и они уйдут в другую компанию. Поэтому здесь и такое, так и правило звучит. Лучше я буду иметь обученных сотрудников и риск потерять, чем никогда не буду иметь вообще обученных людей. Поэтому, если вы хотите звездный отдел продаж, просто примите это как отче наш. Не ориентируйтесь вы на то, что этих людей научила жизнь или научили в другой компании.
Ну, конечно, это неплохо ответственность перекладывать на другую компанию, но они же вам не обещали ничего, что они вам передадут из своей компании обученного. Поэтому что должно быть в обучении однозначно? Первое – это система онбординга. Онбординг – это период адаптации. Адаптация считается в среднем от 1 до 3 месяцев, в сложных продуктах до полугода-года. И это должна быть действительно система, и я вам чуть попозже покажу расписание РОПа, у которого есть новичок, и как эта система онбординга будет входить. Соответственно, чтобы и одна сторона, и вторая сторона это тоже видела. И еще важно после онбординга, потому что в некоторых компаниях я прям вижу отдельный тренерский отдел, который занимается адаптацией, вроде как базовые тренинги все проводят, молодцы, красавцы, а потом бросают. И начинается профессиональное выгорание, потому что продажники это там в тройке лидеров входят по эмоциональному выгоранию. И это потому, что ничего потом с ними не делается. То есть должна быть система работы с талантами. То есть обратитесь к вашим HR-ам, они многие знают, что это такое. То есть для отдела продаж это прям обязательная штука. Это целая, опять же, система. Ну, как пример приведу. Если человек работает уже пару-тройку лет, и ему нужно уже куда-то расти, он либо будет вас подсиживать, если вы его руководитель, а столько руководителей ни одной компании не нужно. Ну, есть вот один роп, ну, есть один коммерческий. Ну, ладно, пусть 2-3 ропа, да, там у вас несколько отделов, даже хоть 5. Но вам все равно нужны именно продажники, вам нужно культивировать именно их. Они руководители. Поэтому здесь работа с кадровым резервом это не совсем та штука, потому что вам нужно их не вверх тянуть, а в профессиональном плане развивать. И обычно система работы с талантами вот в компаниях, в которых большая дистрибуция, выглядит это так, что есть некие нормативы, то есть кого мы будем считать талантами, то есть сначала их вычленяют по аттестациям. И это обычно, ну, принцип Парето, 20% людей приносит 80% результата, то есть вычленяют по бизнес-результатам, кто это, не за красивые глаза, а именно за результат. И у них есть система, например, раз в квартал их обязательно учат, то есть это регулярная такая практика, учат уже глубине. То есть это уже не будет обучение продажам, потому что они уже умеют, и они и так уже у вас лидеры, они и так уже у вас таланты. Но вам их нужно дальше поддерживать. Ну, как пример приведу из своей практики. Это был один из тренингов на вот таком заседании. Ну, в той компании, в которой я работала, у них называлась вот наша система работы с талантами. Это было клуб «Созвездие», это элит-клуб. Мы им на визитках писали, что они члены элит-клуба. И заключалось как раз вот один из тренингов. Это мы позвали очень хорошего тренера по стилю, потому что наши продажники встречались с VIP-клиентами, они должны были выглядеть, ну, конечно, пафосно, там, на миллион, да, но желательно, чтобы они прям очень круто выглядели, чтобы клиенты чувствовали себя, ну, вровень, да, не просто какой-то, простите, что, продаван пришел, ну, что ты тут хочешь продать, да, чтобы такого отношения не было, чтобы это было партнерство, чтобы продажи были не снизу, ну, купите, пожалуйста, и огромное количество таких продажников, иногда прямо тоже плохо, думаю, ну, когда же это закончится, убирайте таких людей, кто снизу постоянно заходит. И вот, например, стили то он показал, знаете, по типу программы «Снимите это немедленно», он показал, как вы выглядите, одевая ту одежду, которой вы привыкли. И когда он сводил у меня мужчину и женщину, двух продаванов, в магазин к стилисту, чтобы мы там прически поменяли и так далее. И реально у меня даже прям вот в прямом смысле слова рот приоткрылся, потому что я не узнала своих же людей. И это настолько... Вот такие тренинги, они вдохновляли их, и, естественно, им хотелось зарабатывать еще больше и больше, потому что костюмы были достаточно дорогие. Я сейчас как пример привела. То есть в системе работы с талантами это, правда, регулярная такая история, и обязательно поговорите со своими HR-ами, если есть T&D, Training and Development, то есть это люди, которые занимаются обучением и развитием персонала, потому что продажники – это ваши пчелы. И вам нужно ими заниматься. Не будете заниматься продажниками, ну, в общем-то, может быть, и компании не будет. Вот не побоюсь этого слова, потому что какой бы замечательный продукт у вас ни был, если вам некому продавать, об этом продукте никто и не узнает. Все, баста. Третье правило.
То, чего не запланировано, того и нет. Во-первых, должен быть план. Да? Какой план? Сколько? Это может быть в сумме, это может быть в количестве, в тоннах, в килограммах, да, смотря кто что продает. И вроде как простая истина. И я каждый раз, когда веду какой-то тренинг для продажников, у меня первый же вопрос. Коллеги, какой у вас план? Максимум, что мне скажут, это годовой бюджет. Ну, например, я должен принести 25 миллионов. Все. Баста. А говорю, а в месяц сколько? А у нас нет помесячного. А, и, соответственно, нет понятия вот этой декомпозиции. Слушайте, это вы как РОП, это вы как коммерческий директор, вы можете мыслить годовыми бюджетами. Ну, продажник – это оперативщик, он должен каждый день понимать, что ему нужно сделать для того, чтобы этот план составить. И поэтому сваливаются все продажи на конец года, потому что они начинают лапами шевелить, а до этого они просто загорают у вас. Контроль процессов. Если у вас есть звонки, на самом деле, кроме звонков, вы особо ничего не отконтролируете. Ну, правда, если у вас активные продажники, ну, что вы отконтролируете? Вот они ушли у вас в поле, и все. Вы же со всеми-то не набегаетесь. Поэтому формат контроль процессов, звонки, вот идеальная картинка. И я хорошо помню момент, когда вот у меня большое количество продажников было, когда ропы просто с 10 до 11 стояли в open space рядом со своими продажниками и никуда не шли. Они в этот момент помогали новичкам, говорили, гоп-гоп, молодец, давай еще, еще. Они старичков хвалили, они вели мониторинг там на доске, на флипчарте, кто сколько сделал. То есть был такой ажиотаж, знаете, вот когда есть движ и ропы, это их ответственность, это они должны в этот момент не просто сидеть тоже, звонить клиентам, это не их функционал, они должны пушить, да, извините за там, английский слов, но вот самое лучшее здесь это сказать именно пушить, они должны каждое утро в момент, когда они делают звонки, быть рядом. Не на планерках, еще где-то. Это единственный процесс, который можно отконтролировать у активных продажников. Все. Дальше они разбежались в поле или сидят коммерческие предложения делал. Что вы там будете смотреть? У вас там зачастую это все одно и то же. Ну, фамилию, имя, отчество поменяли. То есть вы должны понимать, какой процесс вы реально можете отконтролировать, и он будет серьезно влиять на все остальное. Зачастую это звонки. Как следствие, вы должны... эти звонки прослушивать, ну, всех сразу не прослушаешь, да, если даже у вас на удаленке работают продажники, должна быть CRM-система, в которой фиксируются все звонки, и вы можете их просто периодически слушать. Знаете, достаточно пару-тройку звонков услышать, все поймете, вот все поймете. Вот мне часто говорят о том, что, Лен, давай аудит, ты приедешь, посмотришь. Я говорю, пришлите мне просто выборку по 3-4 звонка по каждому продажнику, ну, вот прям утром, в обед и вечером, и сегодня утром, в обед, вечером, все. Я только по звонкам уже вам скажу, где там какая собака зарыта. И еще, вот прям один из последних тренингов тоже выбил из колеи РОПа, потому что он был вместе со своими продажниками у меня на тренинге. И я спросила, задала простой вопрос у продажника, сколько тебе нужно делать звонков, чтобы продать вот эти свои 25, на свои 25 миллионов. А он говорит, ну, наверное, 5. Я прямо в этот момент посмотрела на руководителя и говорю, в смысле, наверное, у вас план по звонкам стоит? Это активные продажники, у которых холодные звонки. Сколько он знает свою воронку? Сколько ему нужно сделать звонков для того, чтобы продать? А он не знает. А где это взять? А CRM-система есть и есть. А что ж вы ей не пользуетесь? Знаете, как инструменты есть, но только не знаю зачем. Он для этого и создан, чтобы воронку там посмотреть. У вас воронки по каждому продукту должны быть, потому что они разные. Воронки по входящим, воронка по исходящим. Коллеги, может быть, для кого-то прописные истины, но чего мы их не делаем-то? Ну, как бы, да, это истина, но продажник должен знать. И когда он мне говорит, наверное, 5, я говорю, хочешь, сейчас выгрузку сделаем из твоей CRM-системы и посмотрим. Давай по прошлому году посмотрим, сколько тебе нужно на самом деле сделать звонков, чтобы продать вот такому количеству клиентов и вот на такую сумму. И оказалось, что ему нужно делать 35 звонков в день. А уже половина года прошла, на секундочку. То есть сейчас нужно удвоить. Значит, надо 70 звонков в день уже делать для того, чтобы выполнить план. Чудес не бывает. Здесь закон больших цифр. Ваши продажники должны знать свою воронку наизусть. То есть, когда я у них спрашиваю KPI, то есть это вот соотношение, да, конверсии от звонков до
итога до продаж, он должен знать. Я знаю, что у меня по холодному 3 к 1. Есть 3 звонка, одна назначенная встреча будет. Это холодный KPI. Я это знаю. Я уже в активных продажах сама лично не работаю. Но если я помню это, да, с момента, когда я делала сама эти холодные звонки, я знаю свой KPI. Почему ваши продажники, которые каждый день, да это их работа. Не вы как руководители, понятно, вы это будете знать, но целиком за все подразделение. Продажник каждый должен знать свое. Четвертое правило. Ой, ну вот такого красивого мужчину я вам здесь картинку нашла. Это про то, что у вас не должно быть цифры 1. Для того, чтобы сделать отдел продаж звездным, у вас не должно быть одной звезды, одной звездочки. Не должно быть продажника звезды, не должно быть клиента звезды, не должно быть последнего там звонка, встречи, последней надежды. Везде цифра 1. А цифра 1 для бизнеса – это смерть. То есть любой один продажник-звезда вам будет садиться на шею. Вот, ну это же нормально. Вот сейчас сам, каждый сам, представьте себя. Возможно, кто-то из вас тоже уже является звездой. И ты понимаешь, что ты один. Продажники далеко не глупые люди. Они понимают, что ты приносишь весь бюджет, что руководитель от тебя сильно зависит. Что мы будем делать? Мы начнем манипулировать, мы начнем на шею садиться, мы будем капризничать, как маленькие детки, говорить, а я хочу стульчик вот такой, вот я хочу креслице, чего это все, как у всех? Я не хочу, как у всех, я хочу, я же не как все. Понимаете, вы попадаете в эту западню. А когда у вас 3, 4, 5, они уже между собой будут соревноваться. И тут, кстати, тоже у РОПов обычно, вот когда у тебя один только продажник, попадаете в западню того, что этот продажник начинает соревноваться с тобой. То есть не твой функционал продавать, но он соревнуется с тобой. А с кем еще соревноваться? Так больше никого нет. Всех остальных они называют обычно очень нелицеприятными словами. Поэтому, когда у вас появляется первая звездочка, коллеги, начинайте расширяться. Цифра 3 самая оптимальная. Вообще стол на трех ножках – это самый устойчивый. Поэтому, когда у вас есть в отделе 3, вот пусть у вас будет 5 продавцов, да, и 3 звезды. Двое – это, может быть, новенькие, может быть, середнячки, они же всегда будут, не бывает прям вот прям все идеально. Но у вас должно быть 3 звезды. Как только у вас будет 3 звезды, вы просто будете себя чувствовать королевами и королями. Вот реально. Вот тогда вы настоящие ропы. Потому что вы воспитали этих звезд. Они могут до вас быть вообще не звездами. Это ваша задача. Вложитесь в онбординг, вложитесь потом в управление талантами. И они же вас будут носить на руках, а не вы их. А то, получается, собака хвостом рулит, а не наоборот. Ну и пятое правило. Нет личному плану продаж. Я регулярно смотрю на вакансии по РОПам, и когда вижу, что там написано, что РОП называют его играющий тренер, коллеги, это разные вещи. Играющий тренер – это тренер, ребят. Ну вот я могу быть играющим тренером сейчас, вот пригласите меня, я покажу класс, посмотрю, в поле схожу и так далее. Просто пока я хожу в поле, у меня остальные бойцы вообще непонятно, чем занимаются. То есть ты либо работаешь руководителем, либо продажник, потому что как только вот этот играющий тренер, а у тебя, ну, может быть, кайф, ты сам любишь продавать, да, ты вырос из продаж, и тебе вообще здорово, ты любишь клиентов. Я реально вот люблю клиентов. Я прям вот каждый раз иду на переговоры, думаю, какая классная работа, божечки мои. И надо это правда любить, и надо брать людей, тех, которые любят продавать. Но если ты уже назвался руководителем, коллеги, у вас как раз все воронки, аналитика, вы должны знать язык цифр. Ведь продажа – это должен быть прогнозируемый результат. И он прогнозируемый, то есть надо понимать и знать, как сдвинуть продажи, чтобы каждый раз не в конце месяца они продавали, а каждую неделю. Как вровень сдвинуть, я на курсе буду об этом говорить. То есть вы должны владеть мастерски вот этими инструментами для того, чтобы действительно быть руководителем. Либо, если вам это вот циферки, CRM-система, это какой-то темный лес, и вас тошнит, признайтесь себе в этом. Вернитесь в продажи, и вы будете великолепны, возможно, единственной звездой, и будете сидеть на шее у своего босса. И кайфуйте от этого. Вы знаете, я вот могу сказать, что я лично знаю где-то в среднем человек 30, даже может быть больше, ну ладно, пусть будет 30, активных продажников, которые работают всю жизнь осознанную, там 25-30 лет только в продажах, и средний заработок у них в Москве
Это чистые проценты. В среднем это 600-700 тысяч. Я знаю этих людей, и они не хотят быть никакими руководителями. Они были, даже уходили в руководство, потом поняли, что это них. Говорят, мы кайфуем просто от встречи с клиентами. Это самая лучшая работа. Все, баста. И не хотят они никакими руководителями быть. Пожалуйста, и лучших продажников не тяните в ропы, потому что очень часто вы и потеряете и продажника, и ропа хорошего не приобретете. Поэтому, если вы хотите, чтобы он управляемый был отдел, там должен стоять управленец. Тот, кто сидит не в поле, да, тот, кто сидит, может проанализировать, да, он может класс показать, да, он, когда у него новичок, он может провести там полевой тренинг, но не то, что у него стоит прям личный план, и если он личный план продаж не сделает, то все, баста, он там не получит какие-то премии. Премия у него за то, чтобы его люди умели продавать. И я вам обещала, вот планировщик, такое вот расписание РОПа, это... Прям реальный планировщик, там, где есть подразделения, активные продажники. Вот смотрите, в понедельник 10:00, мертвая зона, клиенты обычно все на планерках, звонить клиентам в 10:00 в понедельник бесполезная штука, поэтому там есть воркшоп. Воркшоп – это короткий блок, то есть нужно людей немножко попушить и после выходных в рабочее русло ввести, то есть это короткое часовое, не тренинг даже, а именно ролевые игры. То есть гештальт-терапию никто не отменял, потому что все ролевые игры именно оттуда, и они великолепно прорабатывают, как раз выстраивают новые нейронные связи, и воркшоп проводит сам руководитель. То есть РОП проводит со всем своим отделом, коротко. Например, работа с возражениями. Я там бросаю, например, вот вы мои сотрудники, да, я ваш там РОП. Мы пришли все утром, кофе налили, молодцы, круто. Александр, давай, мне это не нужно, я бросаю тебе просто, у меня обычно всегда маленькая такая игрушка была, шеринг. Бросаю Александру, мне это не нужно. Александр, как отче наш, должен мне вернуть с отработкой возражения. Прям то, что у нас уже было, например, в системе онбординга. Дальше, бросаю Василию. Василий, у вас дорого. Николай, у вас чем вы лучше, чем конкуренты? Да, и вот так вот каждому просто немножко повышая гормон радости, потому что у них впереди телефонная сессия. И только тогда они потом садятся, например, за телефоны. Видите, у него есть вот здесь, в этом планировщике, есть новичок. И поэтому с ним каждый день в 11 часов встреча с новичком, то есть, потому что авторитарный стиль управления, с новичком нужно понять, что у него вчера, что у него сегодня. Дальше есть дырка, для каких-то своих дел, потом обед. Я за то, чтобы соблюдать все нюансы по жизнеобеспечению любого человека, поэтому война в войну, обед по расписанию. Дальше понятие полевой тренинг, потому что у него есть новичок, он должен сходить с ним в поле, показать, посмотреть, то есть опять же есть некая система, на курсе прям могу дать такое понятие быстрый старт, кто будет обучаться, покажу. Предположила, что еще этот РОП, он еще в поиске, он в рекрутинге, в таком вот прям не в активном, но в рекрутинге, видите, в 16 часов у него 4 дня в неделю у него интервью проходит. То есть он еще отсматривает, он постоянно в рекрутинге. То есть вот это расписание на вяло текущее, когда есть уже есть коллектив, уже большой отдел, плюс еще новичок, и, видимо, еще кого-то нужно подзаменить. Ну и в конце, видите, итоги и план. Пятница, как видите, это встреча один на один с каждым сотрудником. Я буду показывать на курсе, как проводить, то есть это есть определенный протокол, как провести так встречу один на один, чтобы тебя старички всю неделю особо не трогали, то есть только форс-мажор. Все остальное время вы планируете на неделю, они в состоянии это сделать. Вот такой вот планировщик, который дает, в общем-то, нормальный прогнозируемый результат со стороны отдела продаж в том числе. Итак, все подробно будет, естественно, на управлении продажами. Два уровня у нас курс, 24 часа и 16 часов. Это первый и второй уровень. Уже будет формат старт. Да что ж я с датами-то, сори, 31-й. Почему написала 23-й, не знаю. Тороплюсь куда-то. И
Соответственно, стоимость тоже написана. Могу сказать, что на самом деле именно управление продажами дает очень хорошие базовые знания, комплексный такой подход. И поскольку есть эта комплексная программа, посмотрите, в понедельник стартует именно открытая. То есть вы можете заниматься из дома, с работы, хоть по дороге. И с преподавателем, соответственно, тоже будет связь. Свой темп выбираете. То есть на самом деле очень-очень удобный формат, открытый, особенно для занятых ропов, которые там целый день работают, и так не просто выделить для себя время для занятий. То есть очень удобный формат открытого обучения. Тем более записи у вас останутся на полчаса. Вот. Ну что еще? Давайте, наверное, к вопросам перейдем. Если есть какие-то вопросы, буду рада ответить. Да, телефоны, все пароли, явки, адреса, все сейчас на слайде есть. Коллеги, ваше время. Есть шанс получить бесплатную прям консультацию. Если она короткая, смогу ответить. А, как меня слышно? Да, Николай, слышно. Слушаю вас. Да, да. Слушайте, на самом-то деле, спасибо вам вообще огромное за вебинар. Прям очень-очень такой плотный, опытный контент. Спасибо большое, было очень интересно. Смотрите, у меня сейчас больше всего интересует именно рекрутинг продавцов. Скажите, пожалуйста, есть ли какой-то алгоритм, технология по отбору? Потому что вы так поверхностно немного сообщили, конечно, что нужно смотреть на мотив и личностные характеристики. Вот, можете чуть-чуть поподробнее про это рассказать? Смотрите, вообще есть такое правило, берите людей медленно, да, нанимаем медленно, увольняем быстро. Поэтому у продажников, поскольку за ними все охотятся, особенно если вы на московском трафике, я понимаю, что у вас жесткая конкуренция. И здесь рекомендую делать так, то есть получили, если мы берем просто, что на вашу вакансию присылают, то... Делайте вот тест по Герчикову, на самом деле видно сразу, то есть в зависимости от того, какой мотив, можно будет, ну, есть интерес или нет. То есть поизучайте Герчикова, это там буквально 10 минут, прочитайте Хорошо. В интернете и все. Вот. И если он инструментально-профессиональный, ну, какой-то микс, вот инструментальный это про деньги, а профессиональный это про любовь к этой профессии, да, то есть вот это дает. Делайте собеседование первое по телефону, на московском трафике могут не приехать, поэтому, ну, это хотя на самом деле, даже если не Москва, делайте по телефону, потому что если вам эти продажники, они будут звонить, вам нужно послушать голос. 90% их продажника голос, потому что может оказаться, что там, например, леди, ну, как пример, да, вот девушка, вроде внешность, наружность, там, фотография, все приятно, хорошо, но вы ей звоните, а она вот с голосом, простите, сейчас держите свои уши. Здравствуйте, да, Александр, я ждала вас. Понимаете? Это вы ее потом замучаетесь переучивать. Она может быть милая, она может быть умная. Вот не в обиду, девчонки. Но если у вас такой голос, занимайтесь голосом. Ну нет, нет, никакие продажи. Это прям детский сад ромашка. Вот, конечно, в продажах, я надеюсь, что меня никто не обвинит в какой-то дискриминации, я сама женщина, ну вот львиная доля людей, он сказал, лучших 30 продажников знаю активных в России, из них 20 это мужики. Все-таки низкий, если девочка, то тогда, чтобы низкий голос был, такой, ну, немножко... А вот кроме такой... голоса еще какие-то этапы существуют, вот воронка, да, вы сказали, то есть, получается, мы получили отклик или дозвонились в холодную, соответственно, слушаем голос, что-то еще, может, надо сделать. Дальше смотрим на личностные характеристики, чего хочет, вообще как относится к продажам. То есть некоторые, знаете, перекантоваться, ну что-то в этом роде. То есть насколько они осознаны в продажах. Может они, вот, знаете, я задаю там вопрос такой обычно. Скажите, пожалуйста, вот если бы не нужно было зарабатывать деньги, а вот в кайф, чем бы занимались? И вот в зависимости от того, что люди отвечают, ну, то есть она вообще связана все-таки с людьми или нет? Может, он настолько, может, он уже выгорел, знаете, деваться некуда, у него, может, опыта больше никакого нет, ай, пойду в продажники. Ну, вот так. То вы получите такого уже выгоревшего, ну, то есть трясти его, как грушу потом, тоже, ну, не самый лучший вариант. Поэтому я, например, знаете, как все мне спросили, говорят, а вы отдыхали где-нибудь на островах? Ну, вот где только вы?
Я так замерла и думаю, господи, на островах, а что ж там делать? У меня даже муж рядом стоял, он говорит, не-не-не, ее нельзя на острова. У нее на второй день будут рыбы разговаривать на русском языке, она же пойдет их учить, это про меня. Ну, потому что люди, которые любят людей, это все-таки те продажники, которые, они не будут уставать. Ну, физически, а понятно, это все-таки устаешь. про мотив? А это про мотив или про личностные Это личностные, характеристики? Любовь к людям. Это личностные это характеристики. личностные, да. А технологию продаж, навыки, вообще понимание, как работает продажи, мы это проверяем или не особо важно, мы его потом все равно сами научим. То Слушайте, есть... а тут зависит от того, если у вас есть онбординг выстроенный, то какая мне разница? Я, наверное, процентов 80 людей в своей жизни рекрутировала вообще не из продаж. И мне даже порой, знаете, проще, когда он не из продаж, Кстати, ну, я вижу да, соглашусь, темперамент, его не надо да. переучивать. А то он придет и говорит, а в моей той компании было вот так, а вы меня так заставляете. И ты еще проходишь через вот этот этап, все-таки доказывать, что я там вообще что-то значу в его жизни. И как бы во благо ему работаю. Поэтому если выстроенный онбординг, какая разница? Подходит он я тебе по понял. Мотиву и по личности? Бери. Бери. Обычно 2-3 недель, вот так вот впахивание в новичка, реально впахиваться, я вам показывала, да, вот это расписание, тут, ну, как бы достаточно приличное количество с этим новичком, да, находишься. Но так, а еще... через неделю понятно уже. А вот кроме любви к людям и, ну, да, личностных характеристик, любви к людям, еще есть какие-то личностные характеристики, которые нужно проверить? Знаете, у этих людей, вот они хорошо, когда они умеют мечтать. Ну, то есть у них, может быть, это даже не про цели, не всегда они там знают систему SMART, но они хотят лучшей жизни. Вот лучшей жизни. Не в смысле вот те, кто с этим, господи, как у меня был такой опыт давно еще в нулевые, мужчина пришел с пакетиком, знаете, стиранным таким. Вот он его постирал, и вот он, боже, это прям думаю, господи, какой VIP-сегмент, он со стиранным пакетиком. Но... Это я на него посмотрела. А когда я с ним начала разговаривать, то есть первый блок, у меня думаю, ой, не-не-не, Шульга, не бери, не. А, привычки бедных людей есть такое понятие. А, действительно, человек оказался из очень-очень бедной семьи, но он молодой человек, и это были первые его шаги такие рабочие. Он институт закончил сам, ну, бедная семья, ну, вот как есть. И когда я с ним говорю, говорю, слушайте, а вот, ну, типовой вопрос, да, кем ты себя представляешь через 10 лет? Вот как если бы все было возможно. И он такой говорит, вот если в вашей компании, мне на самом деле так хочется, чтобы я через 10 лет поехал в центральный офис, но я в американской компании работала, вот я прям даже посмотрел в интернете, как офис, я, говорит, там себя прям вижу, и я не прогадала без него. Да, конечно, вот сначала у него была затыка, боязнь больших цифр, но мы ее прошли. И он на самом деле по сей день работает в той компании и очень на хорошем счету. Поэтому вот это умение мечтать, что еще, то есть не разуверившиеся люди, которые, ой, да в чем ж, вот миллионеры все это, все там вот воры и так далее и тому подобное. То есть когнитивно, чтобы не было. Страх больших цифр, вы имеете в виду, типа, много зарабатывать или продавать дорогие продукты? А, дорогие, продавать дорогие вещи. Ну, то есть у него денег столько нет, и значит, это никому не нужно. Ну, то есть вот это тоже проверяйте. То есть особенно если у вас какой-то дорогой премиум там сегмент чего-то, то там есть такой риск. Ну, то есть они реально боятся, как бы, в смысле, я-то вот не могу. Да кому же нужна, ну, я так утрирую, да, кому колбаса нужна за 5000? Я же что-то столько покупаю. Это как, знаете, у меня там знакомая спрашивает, говорит, Лена, а за сколько ты кофе покупаешь, ну, килограмм в кофемашину? Я что-то считала, я говорю, ну, 8 тысяч за килограмм. И она так смотрит на меня, она говорит, а что ж за кофе такой? Я говорю, за обычный кофе, ну, вон, в Контанте продают. Она говорит, а я вот растворимый беру за 200 рублей баночку. И как-то вот, вот, услышали разницу? Ну, как бы. Она говорит, а ты с жиру бесишься. Я говорю, с какого жиру? Вкусный кофе. Зачем мне? Я уж лучше водички тогда попью, если уж нет денег. Ну, то есть, зачем мне плохое что-то есть, пить? Ну, то есть, понимаете, это вот, они должны быть не просто жадные до денег. Не деньгами же они питаться будут, а на что они хотят. То есть, если у них есть мечта о красивой жизни, это хорошо. Ну, правда. Я понял. Но
Хорошо. Я уж не буду вас мучить, потому что у меня основной запрос это по подбору именно продавцов, поэтому мне нужна полная схема. Вот, тогда Ну, что понятно, у нас такое маленькое занятие, да, не могу в рамках рассказать. Вот, поэтому как-то так. Спасибо большое, Николай. Ну что, коллеги, Да, есть вам еще? тоже спасибо большое. Есть еще кто готов в эфире задать вопрос? Только, ага, выключайте, да, Николай. Ну что? Добрый день, Ага. можно вопрос? Добрый, Смотрите, Александр, да. меня Александр, да, зовут. У меня вопрос, можно будет посмотреть в записи? Я, к сожалению, не успел вовремя и хотел бы ознакомиться. В записи чего? И вот этот вебинар? Да. Да, он будет на Специалист ТВ выложен. Ну вот сейчас он еще у нас записывается, конвертируется и будет на Специалист ТВ обязательно. Да, мы все выкладываем. Точно будет. Понятно. Там какое-то время ограничено или как? Нет, это мы делаем бесплатно, ну такие мини-уроки с экспертами, поэтому оно там не ограничено, оно там всегда есть. Да. Да, Хорошо. спасибо А потом большое. с кем-то связаться можно будет, да, задать конкретный вопрос, то есть подходит ли мне эта программа или нет, с каким-то Ну, вашим специалистом? смотрите, да, вы можете взять вот контакты, сейчас на экран вывела, с нашими менеджерами. На сайте можете просто соединиться. У нас все, что касается продаж, все наши продажники хорошо знают, потому что я их сама учила, поэтому они знают, что входит в программу. Спасибо. Все скажут. Так, ну что, есть ли рыночные сегменты, в которых не требуется постоянный рекрутинг? Ой, любовь, мне бы хотелось верить, что они есть. Ну, вот прям в каких-то в активных продажах, если там, знаете, может быть, сегмент, связанный с госзакупками, то есть там особо продаж нет, вот есть тендеры, да, но это продажами тоже слабо, ну, как бы понятно, отдел продаж он может называться, но это не продажники, они там больше готовят тендерную документацию, да и все. Ну, наверное, там вот текучки нет, и там не нужно постоянно. Ну, то есть, наверное, вот ответ, наверное, вот такой. Все, что в активных продажах, зачастую там постоянное, это как бы норма жизни, что там будет некая текучка. И я бы не считала там текучку первых 3 месяцев, потому что это как раз может быть ошибка рекрутинга. То есть неправильный онбординг, ошибка рекрутинга, а дальше уже вот как раз текучка дальше, она уже была бы меня беспокоила. Да, коллеги, буду рада, если напишите, что было полезного для вас. Да. И, соответственно, ждем, да, на курсах. У нас их много, в любое время, которое вам удобнее, больше всего будет.